Всем привет! Едем мы в поисках металлоразведывательный коп. Короче, ну, на разведку едем по деревням, там посмотрим по старым. Металл какой-нибудь поищем, может. Может быть, что-нибудь анти тот самый. Как его называют ты, блядь? Короче, старину какую-нибудь поднимем. Вот такие дела. Так что погнали. Вспомнил слово артефакты поднимем. Во, артефакты. Ёшкин кот. Погнали. Мы добрались до места. Поля, русские поля. Ветер такой, вон домик заброшенный стоит. Там заброшка. Все распахано. Дорога вот такая. Сейчас прогуляемся, Славян, копнем поди чё. Да? Погнали. Вот такой вот заброшенный дом тут. Алюминий, да? Ага, кусок алюмяшки, да. Пойдемте посмотрим заброшку. О, блядь. Нихуя. Ща копнем. Так, тут очень много борщевика. Надо одеть перчатки. Сейчас заползем в хатку, посмотрим. Прикоснемся к старине. Там что, говоришь, икона была, да? Ого! Фига, икона. Реально. Там секунды идут? А, там стояла, нет? Место под икону, да. Офигеть, провода тут все. Книги, смотри. Одежда? Книги, прикинь, одежда. Офигеть. Да, кто-то одежду оставил, уехал. Или может умерли. Может или надо, нихуя. Может умерли, но. Дома забрали. Разбомбили. Да, тут видишь, уже кто-то был. Все разбомбили. А там что в той комнате? Как это, сеня, не сеня называют, да, это? Ну, тут тоже одежда висит. Да, одежда висит. Сломанный кувшин. Ага. Прикольно, да? Тут какая-то, типа, веники какие-то тут стоят. Офигеть. Сука! Ёбаный в рот коленку стукнул. Ебучие рога. А. Ого! Ну да, 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 да. Коленку стукнул. Хочу наверху посмотреть. Чё там? Ни хрена там нету. Ну тут же он лестница стоит, кто-то ползал. Туда. Офигенный заброшенный дом. Славян, он там что-то тащит тяжелое. Чё ты там таскаешь?
Ага, выкопал. Нет, Слав, что ты... Чё ты такое? Охуеть. Из земли достал. Прямо, если так вот на поверхности лежало. Жесть, тяжёлая. Ты что, серьёзно это выкопал? Фига, тяжёлая, Славян. Жесть. Вот это находка. Таких блинов бы штук 50. И можно домой ехать. Офигеть. Нормальный блин. Килограмм на 25. Сигнал тут что-то хорошо пищит. Сейчас посмотрим, что там. Что-то такое типа серьезно. Не знаю. Пока ничего я не вижу. А, вот оно что, Михалыч. Вот оно что звенело-то. Все понятно. Сейчас проверим ямку. Очень много мусора. Очень. Ямки мы... О, бля. Что-то еще пищит. Сейчас копнем. Так, что-то я нашел, копнул ямку. Вот, выкопал одним штыком. И вот тут фонит нормально-то. Самое плохое то, что мало я снимаю. На камеру очень срабатывает он. Детектор. Как бы не очень это все дело. Бля, тут вот это никак. Так, поделим на две части. Ага, хули, проволока. Козлятина. Что-то нашли. Большое железное в земле. Давай, Слава, моей. Ебануться, кучки гнутся. Ага, там дохера железа. Я не знаю, что это. Какая-то хрень. Лопата, да? Чего это стало такое? Слушай, очень тяжелое. А, это что-то чугунная деталь какая-то, наверное, да? От трактора, наверное. По-любому. Офигеть, она тяжеленькая. Вообще нормас, да? Это какая-то волшебная яма. Тут все сигналы идут и идут. Даже без сигнала с лопатой тыкаем и все что-то находим. Тут еще что-то опять появляется. Мелочь всякая, но... Все равно как бы все в этой яме что-то идет и идет. Ну что, покопали немного. Решили пообедать. Жеванный крот. Где-то у меня термосок был с чаем. Ну что, похавали немножко, перекусили. Пойдем дальше. А что это такое, бляха? Бляха, да. Российского солдата. Друзья мои, вы посмотрите, какая красота. Вообще, вот эта березка. Мы дошли еще до одного дома. Тут что-то нифига нету. Металла. Еще одна березка. Поле все распахано. Даже между березок. Славян там что-то у столба роет. Такие вот поля. Погода сегодня класс. Дошли вот до второго дома, короче. Я все копаю, копаю, какая-то проволока попадается. У Славяна вон какие находки. Сейчас будем копать. Ниху. Ого. Что-то серьезное тут. Славян по крупнику копает. Короче, мы решили поискать заезд на поле. Как нам заехать? Тоже тут бровка. И вот сейчас посмотрим. Поле вроде как сухое.
Дадим по нему, Гарри. Хули везде, бро. Металла много всякого. Нормально, давай. Вообще четко. Четко. Четко, вообще нормально. Даже не проваливается, слышишь, сухо. Погнали. Вот наша первая небольшая кучка. Вот еще одна кучка наша. Вон еще одна кучка. Металлики-то, но потом их закинем. Все, давай мелочишку в багажник. Нормальная кучка. Похоже, нас спалили, парень с девчонкой шли в нашу сторону. Мы, короче, решили быстро сваливать. Сейчас берем металлики и погнали. Все, короче, мы загрузились. Уезжаем с места. Полная машина барахла. Ну-ка, ну-ка, что они там идут, нет? Все, смотри, как увидели, что мы уехали. Так и все. Видимо, хотели нам предъявить какие-то претензии, да? Типа, вот, мол, так и так, ходите у нас, копаетесь. Так-то есть вес? Есть вес. Сейчас что-то часик подсобираем. Завтра на весы утром. Чувствуется так. Нормально. Красавчик. На картах Ози Эксплор не обозначено. Но тут такой крест стоит. Раньше был деревянный. А ты откуда знаешь, что деревянный? А, у дерева-то старый деревянный крест, да? Да, тут же деревянный крест стоит. Кто-то зачем-то ставит эти кресты и лавочку. Странно, вообще надписи никакой нет. Ладно, погнали, пощупаем тут что есть. Заходим в этот разрушенный дом в этой деревне. Здесь он угол этот. Какой-то уголок, короче. Где иконы стояли. Тут скотина, наверное, жила. Скот держали. Нашли одну баньку такую вот. Слайм, говорит, по-черному была. Да, дверь вся черная. Тут все закоптилось. Офигеть, мне вход низкий, да? Чуть ли не на коленях раньше заходили в баню. Офигеть. Вот такая вот старина. Вот такой красивый закат. Вообще класс. Сейчас, подожди. Нагулялись мы весь день сегодня, вон солнце ушло. Видишь, тоже люди живут, тусуются. Ну все, короче, выехали мы на трассу, едем домой потихоньку. Приехали на заправку. Заправиться немножко. Колонки такие старинные на... Басов стоит, короче. 400 тысяч, да? Да. Че, парни, издалека едете, да? Шикарно. Ага. Прикольно так, да? На таком-то вообще шикарнее. Да. Молодцы. Ладно, поехали. Ну что, вот и закончился наш коп. Едем домой. Славян корочку хлеба жует.